средние или основные соли образуются путем взаимодействия кислоты с основанием. Спящие, проснитесь, важно сие. Сирич, реакция нейтрализации. Пишем второе. Взаимодействие металлов с металлами. Ферум плюс 3 хлор 2 равняется 2 ферум. Хлор 3. Взаимодействие основного оксида и кислотного оксида с основным. Пишем. Кальций О плюс СО3 равняется кальций СО4. И четвертое. Разрывной. Симыкин. Андрей Петрович, я ничего, я это. Вот именно, Симыкин, ты это. Сидите. Здравствуйте, Михаил Евгеньевич. Здравствуйте, Андрей Петрович. Всем выйти. Выходите, быстрее. Вы не имеете права, я требую офицера. Слушаешь, господин учитель? Вам ничего поручить нельзя. Под ноги смотрите. Увижу царапину. Заработайте взыскание. Идиоты. Продолжайте. Хер офицер. Господин офицер, прошу вашей помощи. Нас выгнали из школы. Очень жаль, но школу придется закрыть. Но я отвечаю за детей, я учитель. Прошу вас дать мне сопровождающую, чтобы организованно развести учеников по домам. Вы же видите, что творится в городе? Господин штурмбанфюрер, я нашел для вас замечательный кабинет. Хорошо, Георг. Телефонисты приехали? Только первый взвод, остальные застряли в порту. Гоните их пинками. Господин штурмбанфюрер, нам нужна охрана. В городе сейчас очень опасно. Это война, господин учитель. Всего хорошего. Вам трудно будет рассчитывать на лояльность населения, если погибнут их дети. Как вас зовут? Стариков Андрей Петрович, учитель химии и физики. Браво, господин Стариков. Это была речь не мальчика, но мужа. Лояльность — сильный аргумент. Георг, дайте им сопровождающего. Спасибо.
Доставайте! Не стреляйте, не стреляйте, тут дети. Слушай, рабочий, война хорошо поет. Скоршунов, прекрати немедленно. Перестаньте, ребята! Смело мы пойдем за власть Совета. И как один умрем в борьбе за это. Рвутся снаряды. Ребята, прекратите немедленно. Но их не боятся красные роты. Смело мы пойдем за власть Совета. И как один умрем на борьбе за это. Мы Все, все, спасибо. Мы тут рядом живем. До свидания. До свидания. Хорошая песня. Хорошо. Домой. Андрей Петрович, как вы думаете, скоро нас освободят? Не знаю, Коршунов. Аж пока отступают. Может, скоро, может, нет. А я думаю, это такой тактический маневр. Наши степи немцы заманят, а потом со всех руки бам! Степи-то не скрыться негде. Ха, конечно. Марш по домам, быстро. Андрей! Андрюша! Андрей, что случилось? Где ты был? Мам, не волнуйся, школу закрыли. Я разводил учеников по домам. А чем так пахнет? Господи! Вы что, шли через весь город? Нам дали солдаты. Я договорился. А кто дал, немцы? Ну да. Я подошел к офицеру и сказал, пошлёх! Задница, дурень в форме, осеменитель электрических розеток. Андрей, а что это означает? Да так, игра слов. Давайте обедать. А где же наши красные маршалы, все эти ворошиловы, буденные? Малой кровью, на чужой территории. Я говорила, надо было ехать к тетке в Кучугуры. Каких теток? Здесь хотя бы врачи есть. Ну как это так, сдать город без боя, без единого выстрела? Бля, жаль, что аж пятки сверкали. Ну хватит, откуда вы знаете? Может, это тактический маневр такой, они заманят немцев в степи, да. А потом как... Ты еще про дубину народной войны вспомни. 10 лет пели, броня крепка, и танки наши быстры. Может, мы уже прекратим этот совет в филях и замолим червячка в варенике. Дуняш, а с чем они? С сушеным посленом. С чем? Ягода такая. Я у соседки купила. Вкуснотища. Сейчас бы еще. Спасибо. Немножко. Андрюш, тебе нельзя, ты же знаешь. Сегодня все переволновались. Мамик, будете?
Донечка, я же просила. Александра Константиновна. Извиняйте, Александра Константиновна. Вам водки налить? Нет, спасибо. Не понравилось? Нет, почему? Очень вкусно. Дуняш, а после них не будет, ну, того? Ну, мы же, если только с непривычки, у нас в столице пошлем бздуном называют. Ну, знаете. Мне не нравится, когда в моем доме говорят в таком тоне. И вообще сейчас не время шутить. Ну, хорошо. Мама, извините. Извините, Александра Константиновна. Дуня. Только я не у вас дома, а у своего мужа. Что, схватки? Да какие схватки, господи? Дуня, сейчас ляжешь. Что-то мне в голову вступило. Андрей, принеси воды. Спалось хорошо. Да, иду. Андрей Стариков? Я. Kommen Sie mit. Пройдемте с нами. Куда? Зачем? Что случилось? Пройдемте. Андрей! Манатэ! Отпусти! Дуня, иди в комнату! Отпусти, я сказала! Да отпусти его! Авдотья! Стой! Андрюша! Шапку надень. Иди домой. Не дай бог. А, господин учитель, вы продолжаете меня удивлять. Не думал, что вы любитель одеваться в женское платье. Извините, моих солдат. Раздевайтесь. Зачем? Краузе, принесите чаю и что-нибудь с ним. Раздевайтесь. Наденьте это. Спасибо, не надо. Одевайтесь. Нас могут неправильно понять. Половые извращения у нас теперь строго караются. Вы же не хотите быть расстрелянными за гомосексуализм? Я так точно нет. Вам идет. Этот свитер мне подарила жена, но это долгая история.
Надеюсь, наши дуболомы не напугали вашу жену. Я слышал, вы ждете ребенка. Откуда вы знаете? Маленький город. Идите, посмотрите. Люди нам помогают. Они устали от коммунистов. Что вы об этом думаете? Я беспартийный. Я знаю. Садитесь, пожалуйста. Меня интересует, готовы ли вы нам помочь в некоторых вопросах. Мне нужен переводчик. Я плохо говорю по-немецки. Очень мало практики. Практики у вас будет достаточно. Спасибо. Вот, попробуйте перевести. Отказ от сотрудничества с германскими администрациями или другими представителями считается саботажем, наказывается расстрелом. Я не отказываюсь, но я просто не смогу. Найдите кого-нибудь другого, у нас же есть немцы. Ну, в смысле, национальности. Вы меня полностью устраиваете. Я навел справки. Порядочный человек, семьянин, господин учитель. Тот, кто хочет избежать дождя, часто сам падает в воду. Не лишайте вашу жену единственной опоры, ей сейчас нельзя волноваться, это вредно для ребенка. Угощайтесь. Авраам! Андрюш! Тихо, Дунь, все нормально, успокойся. А что это такое? Все. Андрей Петрович, что это надо было? Да так, кое-что перевести просили. Ой, господи, Андрюша, они что, тебя били? Все, Дуня, успокойся, все нормально, нет, все хорошо. Да жив-здоров, европейская нация. Ага, в Чалтере, говорят, всех людей в клуб согнали и подожгли. Да нет, все нормально, вот даже тушенка. Немецкая? А можно две? Да. Коньяк, баснословно. А, бери, Палыч. И вот еще токенбродс, это сухари. Держи на закуску. Держи. А можно мне для сестры еще баночку? Да, конечно. Сем, Ваник, берите. Вот, возьмите шоколад для Миши. Нет, не стоит. Вить, держи шоколадку. Что же вы, Андрей Петрович, за банку тушенки продались? Ля, сопля зеленая. Людям как-то жить надо. Вить! Петрович! Держи. Андрюша, а ты что, правда, на немцев работать будешь? Что значит работать? Просто переводить. Я разве о себе думаю? О себе? Ты не думала, что будет с вами, когда меня не станет? С ребенком. Никто тебя, Андрюша, ни в чем не обвиняет.
Андрюша, как я в станицу поеду? Отец скажет, братец, первые дни в армии, а зять? Он у нас такой слабочный, не дай Боже. Андрюша. А давай уедем отсюда. Дуняш. Дуняш. Город закрыт. Выпускают только по пропускам. Хватит уже, хватит. Война. Ну, куда ты собралась? К отцу. Слушай, хватит, прекрати это, прекрати эти глупости. Все из-за меня, да? Ну так я уеду. Ну-ка, ну-ка, дай сюда. Дай. Да сюда! Охотка, да я так уйду! Ну-ка, стой! Сидеть здесь! Я тебя убегу, а я тебя поймаю и выпарю. Пусти! Ремнем. Мам, поговори с ней, успокой ее. Ты все-таки удивительно малохольный для своего возраста, Андрей. Последствия твоих решений всегда приходится расклёбывать другим. Мама! Я говорила, я предупреждала, что этот брак добром не кончится. Тебе не кажется, что сейчас не время снова заводить этот разговор? Вот так и с этой службой. Либо наши вернутся, расстреляют тебя, либо немцы заставят тебя людей расстреливать. Понадобилась война, чтобы вы хоть чем-то сошлись. Зато теперь заживем дружно и счастливо. Андрюша, мне страшно. Стас? И что это такое? Трофей, штурмбанфюрер. Трофей, господин штурмбанфюрер. Sehr schön, Georg. Очень хорошо, Георг. Sehr schön. Очень хорошо. Meine Herren, darf ich vorstellen, господа, позвольте вам представить нашего переводчика. Господин Стариков. Унтерштурмфюрер Георг Шрайбе. Обчарфюрер Франц Аурих. Guten Tag. Здравствуйте. Георг. Erklären Sie ihm, worum es geht. Георг, введите его в курс дела. Such dir schon mal einen Tisch aus. Выбирай себе стол. Ist das hier in Ordnung? Вот здесь можно? Ja, ich habe in der Schule auch immer. Я тоже сидел в школе на последней парте. So. Das hier muss alles übersetzt werden. Вот это все надо перевести. Wenn irgendwas unklar ist, если что-то непонятно, einfach fragen. Обращайся. Ja? Да, конечно. Ich glaub, der hat schon auch. Давай!
Большевики изгнаны. Немцы пришли к вам. Граждане и гражданки, 24 года советского режима прошли и никогда больше не возвратятся. Немцы пришли к вам не как покорители, а как освободители от большевистского ига. Да здравствует победоносная германская армия и фюрер германского народа Адольф Гитлер. Правило поведения населения. Будет расстрелян тот, кто проявляет враждебные действия против германских вооруженных сил. Кто повреждает или расхищает имущество германских вооруженных сил, кто грабит и присваивает чужие вещи, тот подвергается опасности быть расстрелян. Всем жителям города 24 часа сдать в комендатуру радиоприемники, печатные машинки, лыжи, уничтожить голубей. За неподчинение приказу расстрел. Вот, сука, что на голубь сделали. Вить! Андрей! Вот возьми, жене отдашь. Что это? Ух ты! Даже наш вензель. Чё это? Ребёнку на зубок. Не, раньше времени нельзя. Ты её лучше на зерно обменяй, серебро. Андрей, война. Вдруг вовремя не получится. Бери сейчас. Типун тебе на язык. Андрей! Подожди свое время. Здравствуй, Виктор. Ты, я вижу, наконец химию решил потянуть. Слышал, немцы всех голубей приказали уничтожить. Слышал. Ты бы их спрятал куда-нибудь? Куда я их спрячу? Хоть мать пожалей. Вы лучше о себе побеспокойтесь. Что будете делать, когда наши вернутся? Вить, я ничего плохого не делаю. Вы это НКВД скажите. Дурак ты еще валяется. Здравствуй, Андрей. Как Дуня? Утром поела немного, а так целый день все плачет и плачет. Дуняш, Дуняш, открой мне. Женские слезы, что вода, поплачет и успокоится. Мам, ну не все ж такие железные, как ты. Если бы я не держала себя в руках, мы бы с тобой не жили на этом свете. Может, оно и к лучшему было. Прекрати это декаденство. Мой руки, будем обедать. Рестораны открыли, немцы на чай марки дают. Баснословно. Она
одна рекс... рексмарка, одна, 10 рублей старыми. Вот так вот, культура. Слыхал, старыми. Хризантемы в саду. Будете смотреть надо! Сонечка, прошу прощения. Хоть тут по ночам, а мне вставать в 5 утра. Дожи свои сначала убери. Я вот тебя не спросила. Раечка. Иди домой. Провоняли тут все бычками своими. О, нашлась мне тут фифа. Баснословно. Вода предназначена только для немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду, будут расстреляны. Вода для русских на другой стороне улицы. А почему это так? Наши солдаты не могут пить воду вместе с Унтерменш. А что такое Унтерменш? Хороший вопрос. Зачем ты его дразнишь? Нам же с ним еще работать. Он должен знать свое место. Унтерменш? Это низшие расы. Евреи, русские, поляки, цыгане. Франц, как насчет пообедать? Разрешите? Проходите, Стариков. Садитесь. Вы обедали? Спасибо, я не голоден. Слушайте, интендант прислал мне этих зверей. Вы знаете, как их едят? Оторвите хвост, очистите. Нет, нет, не так. Позвольте. Вот это самое вкусное. Das ist der Hals. Называется шейка. Sehr lecker. Очень хорошо. Eine echte Delikatesse. Деликатес. Wir fänd mein Band uns kaufen. У нас их мешками ловят. Oh, ich trinke nicht. Нет, нет, спасибо, я не пью. На войне все пьют, привыкайте. Man kann auch das hier essen. Еще у раков едят вот это. Нет, спасибо. Мне достаточно шейки. Ваше здоровье. Что русскому хорошо, то немцу смерть. А где вы учили немецкий? Меня учила мать. Мы, как теперь говорят, из бывших. Мой отец был инспектором народных училищ. А, вот почему вы стали учителем. Ну да. Знаете, что меня удивило в России больше всего? Книги. В самой бедной крестьянской избе есть несколько книг. Наши крестьяне живут лучше, но книг я у них не видел. А как же Унтерменш? Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты. Чем больше, тем лучше. Да идите к черту, это пропаганда. Вы занимаетесь тем же самым, я видел ваше кино. Господину Геббельсу есть у кого поучиться. Броненосец Потемкин, Волга-Волга, этот Вестерн, как его? Чапаев. А такое вы видели? Образование опасно. Для них достаточно уметь считать до 100. В лучшем случае, приемлемое образование, которое готовит полезных для нас марионеток. Чарли Чаплин. Я видел этот фильм в Лондоне. Прекрасно, один в один. А то, меня даже ученики за глаза зовут Чарли. Но те индивиды, которые сумели выучить язык великих Гёте и фюрера, могут пригодиться нам в качестве переводчиков. Их мы уничтожим последними. Или первыми. Ты шпион НКВД? Герлейтнер.
Имя и звание. Герлятнер, я учитель. Да я пошутил. Чарли, я тоже большой шутник. Но если вы еще кому-нибудь это покажете, я прикажу вас расстрелять. Чарли Чаплин – это еврейская пропаганда. Но получается у вас здорово. Покажите еще раз. Да нет, уже хватит, наверное. Ну, покажите, покажите, пожалуйста. Талант. Жалко будет, если вас расстреляют. На базар, может, чего наторгую. Керосин купи. Керосин купи литров 10. Понял. Ляну, слова ему не скажи. Доброе утро. Доброе утро, говорю. На рыбалку? Ну, как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Бывай. Андрей Петрович, Guten Morgen. На службу-с. Да пошел ты, Павлович. Баснословно. Fragen Sie ihn, warum er in der Stadt geblieben ist? Он спрашивает, почему вы остались в городе? Скажи, я ждал немцев. Они освободят нас от жидов и коммунистов. Он считает, что немцы принесли нам освобождение от советской власти. Прямо как в наших брошюрах. Он спрашивает, кем вы работали? Я был слесарем на заводе «Красный пролетарий». Эрва Шлёса. Эндер фабрик ротор пролетария. Шлёса? Слесарь. Эрхат Гезак Шлёса. Он говорит слесарь. Sind das die Hände eines Schlossers? Это руки слесаря? Frage Sie. Я вас спрашиваю. Mich? Да. Меня? Да. Вы его знаете? Нет. Вижу первый раз в жизни. И вы ни разу не встречались? Нет. А почему вы спрашиваете? Хорошо. Вы свободны. Нет, нет, Чернышов. Вы, пожалуйста, останьтесь. Стариков. Стариков, к тебе посетитель. Ко мне? Какая-то дама. Рыдает во дворе. Вот русская дрянь. Андрей! Стоять! Пустите меня, это мой сын. Андрюша, Дуню забрали. Кто забрал?
Немцы? Они ничего не объяснили. Посадили в грузовик и увезли. Сделай что-нибудь, Андрюша. Андрей. Мам. Мам, иди домой, я все выясню. Мам, иди домой! Андрюша! Их мусцом штурмбанфюрер. Мне срочно надо увидеть господина штурмбанфюрера. Он занят. Но это срочное дело. Доложите, пожалуйста. Садитесь, вас вызовут. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здрасте. Вы меня не помните? Нет, простите. Ну, я вас учился. Господин Заурих. Герр Заурих, биты заген зихр лять. Господин Заурих, скажите, пожалуйста, господину Лейтнеру. Здорово по-немецки. А мне тоже работу предложили. Ну, знаете, там, следить за подрывными элементами. Герр Заурих. Куда? Куда вас не вызывали? На месте. Господин Лейтнер, что здесь происходит? Мне необходимо с вами поговорить, это срочно. Заходите. Закройте дверь. Ну, что у вас там стряслось? Господин Лейтнер, у меня пропала жена. В смысле, не пропала, а ее забрали какие-то люди. Я имею в виду немцев. Но она же ни в чем не виновата. Простите меня, Чарли. У меня поясница болит, и вот врач прописал заниматься спортом. У вас поясница не болит, стариков? Нет. Краузе, наберите мне комендатуру. Die Kommandatur, bitte. Sturmbannführer Leitner ist dran. Ja, hallo. Ach, Schmidt. Привет, Шмидт, это Лейтнер. Скажи, через вас не проходила фрау... Старикова. Старикова. Да. Да. А, да. Да, я вас verstanden. Danke. Да, я понял, спасибо. Ее арестовала фельджандармерия. Говорят, что она публично негативно высказывалась о немецком порядке. Но это невозможно. Ее явно с кем-то перепутали. Может и так, но, понимаете, разные службы, мы конкуренты. У нас с ними, как это у вас там говорят, социалистические соревнования? Так что я, увы, ничего не могу сделать. Пожалуйста, Герр Лейтнер, прошу вас. Я уже помог вам тем, что дал вам работу. Стариков, вы до сих пор не понимаете. Мы пришли сюда навсегда. Вот, посмотрите. Это приглашение на парад по поводу грядущего взятия Москвы. Хотите, я вам достану? А вы все продолжаете цепляться за старое. Господин Лейтнер, я молю вас, помогите моей жене. Ну что, господин Стариков, вы вспомнили этого человека? Да. Wer ist er? И кто он? Er ist Parteisekretär in der Fabrik. Он секретарь партийной организации завода «Красный пролетарий». Gut.
Хорошо. Садитесь на зазих. Садитесь. Напишите мне, где и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились. И не забудьте упомянуть вот про эту фотографию. Кончайте шутить со мной, Стариков. Мои запасы юмора иссякают. Вам ясно? Нюня, стой. Thank you.